Всем привет, ребят. Приехала 11-я на замену главного тормозного цилиндра и вакуумника. Сейчас будем менять. Вот лежат новый, БУ будем ставить, и БУ тормозной цилиндр главный. Правда, процесс не стал снимать, когда, но начали разборку. Все разбираем аккуратно и демонтируем. В дальнейшем, может, покажу. И что хотел сказать, ребят, когда мало ли будете зачищать, вот здесь тут не забывайте прочищать. Здесь есть слив, вот здесь тут вся грязь у вас копится. И потом попадает в салон водичка. И все гниет. Так что не поленитесь, постарайтесь, прочищайте. Так, продолжаем съемку. Как и что и требовалось доказать. Рабочий главный цилиндр течет. Весь вакуумник тормозной жидкости. Продолжаем дальше. Ну, вот так, ребят. Старый демонтировали. Сейчас переберем, поставим новый. Итак, ребят, новый вакуумник установленный. Сейчас будем менять главный тормозной цилиндр. И потом будем тормоза прокачивать. Ну что, ребят, главный поменяли. Вакуумник поменяли. Начали тормоза прокачивать. И нашлась вот такая проблемка. Потек цилиндр. Цилиндр новый поставили. Шевельнули трубку. Сейчас будем трубку менять. Все остальные колеса прокачаны, все хорошо, осталось заменить трубку, и машинка готова. Ну что, ребят, все, машинка готова, вакуумник замененный, главный замененный, осталось дворнички поставить, тормозной цилиндр поменяли, плюс еще трубку поменяли. Все, в принципе, сейчас будем звонить хозяину. Пускай приезжает, забирает. Ну что, ребят, все, машина готова. Машину забирают. Человечек вроде как доволен. Все хорошо. Колеса все тормозят. Все четыре на юз. Так что, кому надо, обращайтесь. Всегда рады помочь всем.